Ну, я на самом деле буду говорить о чисто прикладных моментах наших исследований. Очень, наверное, сложно для восприятия, когда мы перед этим слушали секцию с такими углубленными фундаментальными исследованиями. У меня чисто прикладные исследования за последние 15 лет в отношении гепатитов и за 20 с небольшим лет в отношении ВИЧ-инфекции. Но у нас, к сожалению, в Республике Беларусь так поставлена работа, что все наши исследования должны иметь чисто прикладной характер. Поэтому я об этом и буду рассказывать. Ну, нет, наверное, нужды рассказывать про актуальность вирусных гепатитов В и С. Ну, цифры вы видите, это, собственно говоря, ВОЗовские данные, распространенность гепатитов В, С и их комбинаций в мире довольно-таки большой, и актуальность эти инфекции не теряют из года в год. По классификации тоже вы все это знаете, 7 разных генотипов вируса гепатита С, огромное количество подгенотипов, тоже они с разной частотой встречаются по всему миру. Есть даже данные от нашей по Российской Федерации и Белоруссии. Сразу скажу, что они мало чем отличаются, и позже я об этом скажу. Гепатит В то же самое, 10 генотипов, большое количество подгенотипов, которые в настоящее время регистрируются в разных регионах мира, в том числе и в Российской Федерации. И тут уже вот наши данные тоже по Республике Беларусь. Ну, все эти вирусы гепатитов В и С, ну, в данном случае по гепатиту В, они не сидят на месте, что называется, идет миграция населения, соответственно, вирусы тоже мигрируют. И распространяются разные варианты вируса по всему миру. Естественно, есть смысл отслеживать их, что, собственно говоря, мы у себя и делаем в протяжении длительного времени. Если говорить о распространенности гепатитов В и С, это расчетные данные. Вы знаете, я когда их увидел, мне как-то стало даже, ну, немножко не по себе. Да? 85 тысяч случаев гепатита В и больше 330 тысяч – это гепатита С. Хронических случаев – это расчетные данные наших эпидемиологов. Вообще изучать мы стали вирусные гепатиты с начала 2000-х годов. Это первая наша публикация совместно с товарищами из Люксембурга, которые были проведены, ну, на протяжении 2003-2005 годов. Соответственно, вот эти вот генотипы, обратите внимание, да, вот на эту цифирку. Да, то есть это 53, насколько там вижу, процента, да, 1 Б и вот это 38 3А подгенотипы вирусов. С 2007 года мы стали у себя все эти исследования проводить, соответственно, менялась немножко структура, но соотношение вот этих 1 Б и 3А вирусов гепатита цен, она не менялась с годами. Это 2008-2013 год, здесь 2014-2018 год, видите, добавляется небольшое количество других вариантов. Тут и 2А, и 2С, и 2К, и рекомендантные формы, но соотношение 1Б3А, оно не менялось. Почему это важно? Ну, для нас это важно в плане лечения было, да, то есть мы в то время лечили пациентов пегилированным интерфероном и рибавирином. Соответственно, надо было знать генотип вируса, поскольку вы знаете, да, 25% пациентов с гепатитом С первого генотипа только отвечали на терапию пегилированным интерфероном и рибавирином. Ну, получше немножко отвечали пациенты с 3А генотипом. И вот 62%, а в сумме 68% – это первый генотип. То есть, ну, сложно приходилось с лечением наших пациентов, 26% – 3А генотип. Ну, учитывая, что есть и четвертый генотип, который тоже сложно поддавался лечению, были рекомендантные формы 2К и 1Б, которые впервые писал здесь в Питере, вы знаете, Сергей Мукомолов с Института Пастера, к сожалению, покойный. Вот эти же варианты вируса появились и у нас в Беларуси, поэтому с недавнего времени все вторые генотипы мы в обязательном порядке секвенируем по двум участкам.
Кластерный анализ, он по большому счету очень полезен, и полезен в том плане, что он позволяет, ну, во-первых, определять все-таки, откуда к нам эти вирусы попадают, ну, во-вторых, расшифровывать всякого рода случаи, связанные с гиперсинфицированием гепатита С, допустим, ну, те же самые официальные случаи, когда мы в больницах инфицировали пациентов, когда у нас наркопотребители вдруг заражались гепатитом С, ну, и вот группа, ну, это по кладам они разбиты, как вы видите, складов у нас их много на самом деле, первого А, ну, первого А генотип у нас ассоциирован и чаще всего ассоциирован это с наркопотребителями. Ну, 1Б генотип, он сам по себе очень интересный, да, то есть вот 12 кластеров таких вот обозначенных, интересных, такой вот общий источник, как звездочка, да, то есть вирусы разные, разные варианты, хотя, собственно говоря, генотип 1Б1. И тоже распределение по кластерам тоже интересно, это вот артистальный путь заражения, ну, артистальный назвали, потому что действительно пациенты указывали инфицирование в больницах, не связанные между собой, неустановленный путь, ну, видите, разные группы, разные кластеры, в большинстве своем они никак с собой не связаны, хотя относятся к одному кладу и кластируются на дереве вместе. А вот ПИНы, то есть потребители инъекционных наркотиков, тоже интересно. У нас, если в Гродненской, допустим, Брестская область, это 1А и 3А под генотипы вируса среди наркопотребителей, то Гомельская область, допустим, у нас 1Б. Среди наркопотребителей это тоже очень интересно для нас. На самом деле, вот они здесь хорошо показаны. Вот, и то есть мы тоже можем отслеживать эти группы, соответственно, отслеживать, собственно говоря, как этот вирус в эти группы попадает, поскольку, проводя кластерный анализ, видно, собственно говоря, с какими вариантами вируса этот вирус в этих группах кластируется. Ну, это 3А под генотип вируса, тоже очень интересно, очень много кластеров, они кластируют по областям, и можно выделить вот Гродно, допустим, да, я говорил, там 1А и 3А под генотип, это те варианты, которые ассоциированы с инъекционными наркопотребителями. Ну, второй генотип интересен. Вирусы между собой здесь они не связаны никаким образом, за исключением нескольких случаев вот 2A под генотипы – это семейные очаги. То есть, когда мама, папа инфицированы гепатитом С, и дети, соответственно, тоже инфицированы вирусом гепатита С. А это то, что я говорил про рекомбинантные формы. Да? Очень интересно в плане лечения, потому что если вы берете стандарт по CORE-1, вы определяете как 2K, да? То есть, и когда мы лечили пигелин интерферон, оно замечательно, второй генотип, вроде как хорошо поддавался лечению, но когда начинали лечить, оказалось, что ответ не такой хороший, как ожидалось, поскольку по NS5 вирус, он как NS5B, как 1B идет, то есть рекомендантная форма 2K и 1B. Ну, они разные, здесь есть у нас и питерские, есть и из Монголии рекомендантные формы. Собственно говоря, все то, что когда-то Сергей Мукомолов описывал здесь, в Санкт-Петербурге. Так, это мы пропустим. Ну, это слайд... Ой, назад как у нас... Вот этот слайд сам по себе интересен в том плане, что это дети с онкогематологическими заболеваниями, да, то есть которые, те дети, которые получают множественные переливания крови. Есть у нас пациенты с гемофилией, но вот этот вариант вируса, вот он у нас один, это ребенок с рекомбинантной формой 1D1B. Ну, единственный вариант такой у нас. И, соответственно, поскольку мы делали исследования с оглядкой на все-таки инфекционные болезни, инфекционисты с 2017 года в Республике Беларусь начали у нас лечение пациентов с вирусом гепатитом С, грузинские товарищи нам дали препараты прямого действия.
стали определять мутации резистентности к вирусу гепатита С. Ну, такая ситуация точно же в Российской Федерации. Как только мы начинаем чем-то лечить в плане антивирусных препаратов, тут же появляются варианты вируса, устойчивые к тем или иным антивирусным препаратам. Ну, это процент, ниже скажу про Б. Вирусный гепатит Б тоже интересный рисуночек. Это 3-5 год. Тоже исследование выполнено вместе с товарищами из Люксембурга когда-то. Тоже поглядите на структуру. Да? 58,2% – это 2D под тип вируса гепатита Б. И 16% – это D3. Дальше, если мы посмотрим, структура практически не меняется. Это данные по областям 11-13 год и, соответственно, 11-18 год. То есть D2 под генотип, он синенький он у нас доминирует. Если мы берем и сложим все наши D-генотипы, то у нас получится 82-83% всех случаев, связанных с вирусным гепатитом Б, Д-генотипа. Ну, вы знаете, что Д-генотип, допустим, он хуже всего поддается лечению, и надо комбинированную терапию применять, да, то есть там препараты ингибитора абрацептазы плюс пегилированный интерферон берется. Ну, такая структура, по большому счету, если сравнивать с Российской Федерацией, то мало чем она отличается на самом деле. То есть примерно такие же данные. Ну, B4, C2 – это завозные случаи. C2 – товарищи из Китайской Народной Республики к нам привезли. А B4 – это товарищ из Республики Вьетнам. Студент приехал на учебу к нам в город-герой Витебск и привез вот такой B4 вариант. Он у нас один. D4 – это вирусы, которые привозят люди с отпуска. Да? То есть это Турция у нас, есть индийский вариант, D4 варианта. И рекомендантные формы – это две у нас, это Могилевская и Витебская область. Это наши местные товарищи, которые имели контакты с иностранцами, потому что есть АД и есть CD варианты рекомендантных форм у нас. Ну, вот так вот выглядит, так на графике более приятно, в цветных таких рисуночках. Генотипы мы постоянно контролируем, то есть это данные, допустим, по Минской области, я не буду приводить по другим областям, примерно такие же данные, то есть с доминированием D-генотипа, на втором месте у нас A2 генотип вируса. Ну и, соответственно, поскольку лечение все-таки идет, препараты пациенты получают, мутации резистентности тоже у этих пациентов появляются, соответственно, схемы лечения у этих пациентов тоже меняются. Ну и, наконец, ВИЧ-инфекция, наша любимая, на самом деле, вот этот график я просто его люблю, постоянно подновляю, потому что на этом графике четко видна вся динамика развития ВИЧ-инфекции в Республике Беларусь. Да? То есть, ну, кто не знает, напомню просто, до 96 года 113 случаев, вспышка 96 года в городе Героя Светлогорске 1021 случай. И, соответственно, вот последние данные, это данные на апрель месяц, у нас 27,5 тысяч пациентов. То есть за последние вот 3-4 года у нас больше 2000 пациентов ежегодно выявляется. Ну, для нашей республики, мне кажется, все-таки многовато сейчас по естественной убыли населения. С чем это связано? Связано с тем, что идет перераспределение механизмов инфицирования. То есть сейчас, это данные на 1 января, на 1 апреля у нас 80% всех случаев инфицирования вирусом мультифицита человека – это половой путь. Это гетеры в основном, но есть и гомосексуальные контакты. И буквально там 18% на парентеральный путь приходится. Хотя по городу Минску, если говорить о городе Минске,
то в прошлом году, это в 2018 году у нас, 56% всех случаев инфицирования в Минске были связаны с парентеральным путем инфицирования, то есть ну, наркопотребителем. С 89 года мы спорим за вирусами. Это вот самые первые данные, которые были сделаны еще с моим другом Володей Лукашовым когда-то. Вот это завозные случаи, это африканский А, да, то есть сразу мы дифференцируем африканский и FSU вариант вируса, B, B, C и G варианты вируса, которые, ну, выборка небольшая на самом деле, это очень мало секвенировано было вирусов, поэтому вот такая вот структура, здесь буквально чуть больше десятка вариантов. И вспышка 96 года, да, вот 92% это AFSU, да, то есть вирус наш, родной, любимый всеми, и, соответственно, 8% это B, вариант вируса, субтип вируса гепатита, извините, ВИЧ-инфекции. А вот так вот выглядит график, филогенетический, точнее, диаграммка с светлогорской вспышкой. Ну, здесь вот один пациентик у нас буквально не кластировался со всей основной группой, а так практически 100% совпадения было у нас вирусных геномов по ГАГу, по ЭНВУ участкам вирусного генома. Вспышки были у нас чуть попозже, это вспышка 14-16 годов в городе Героя Минске у нас, 7 разных кластеров, 7 разных групп наркопотребителей, которые с наркотиками получили, соответственно, еще и ВИЧ. Но группы изолированы, то есть между собой не связаны абсолютно никак. Кололись все отдельно, но если в Светлогорске наркопотребители употребляли опиаты, да, то есть там в баночках из-под Кока-Колы привозили, то здесь уже пошли синтетические наркотики для внутривенного введения. Ну и соответственно, эти варианты вируса, они не кластировались со светлогорскими вариантами, совершенно разные варианты группы вирусов, хотя тот же самый наш сейчас А6 субтип вируса иммунодефицита человека. Ну вот так вот выглядит у нас структура, собственно говоря, подгенотипов А6, БН. С, Ж, рекомбинантные формы у нас увеличиваются с каждым годом их количество, причем меняется структура, появляются такие вот интересные 0,1 АЕ БИН. Рекомбинантная форма – это товарищ съездил отдохнуть в Китайскую Народную Республику и привез нам вот такой вот интересный вариант вируса. Соответственно, мы все эти варианты проанализировали, поглядели, откуда они, ну вот она, китайский вариант, а это наша уникальная рекомбинантная форма, то есть ну, многие уже знают, что это девочка, рожденная ВИЧ-инфицированной матерью, которая имела множественные контакты и была инфицирована разными вариантами Б и А субтипами вирусов. Ну вот так вот выглядит, да, АЕ, Б рекомбинантная форма. Очень интересно у нас вот с БЭН субтипом дела обстоят, то есть заносы множественные, даже с Соединенных Штатов и Карибского бассейна у нас есть варианты, немножко с Украины, но самое главное и основной поток Б-вариантов идет из Российской Федерации, да, то есть наши варианты Б, они кластируются с российскими вариантами, не знаю, то ли наши туда ездят, то ли российские приезжают в Беларусь, но на филогенетическом дереве они находятся вместе. Как правило, это МСМ, да, то есть мужчины, имеющие секс с мужчинами. Ну, по тип Ж у нас сейчас вот с товарищами московскими центральной эпидемиологии статейка вышла по поводу Ж варианта вируса. Это наш первый африканский вариант из Нигерии был, а это 2 Ж варианта вируса, которые описаны в Белоруссии. Причем они, видите, единичку, да, имеют. Это один и тот же кластер, собственно говоря, тот же источник. 2 наркопотребителя из одного города.
Ну и очень интересны рекомбинантные формы АБ, да, то есть есть у нас АБ, которые были описаны когда-то Алексеем Бобковым еще в Калининграде с Мариной Бобковой, но есть варианты вируса, которые не кластируются ни с какими, только с нашими, только между собой. Вот литовские варианты вы знаете, да, это Гродненская область, на самом деле, в 2002 году была вспышка в Литве, в Вильнюсе, да, наркопотребители в тюрьме заразились рекомбинантной формой АБ. Ну, вот рекомбинантная форма АБ у нас, она сейчас попадает и в Беларусь. Есть вот такие вот варианты, которые кластируются только между собой, это по Минской, по Могилевской области и где-то у нас по Минской области, еще должен быть, которые не кластируются с никакими другими вариантами, а только между собой. То есть, ну, мы считаем, что все-таки эти вирусы рекомбинировали уже у нас на территории Республики Беларусь. Но в базе данных нету для них пар. Но если говорить в целом о ЭПИД-ситуации, я уже заканчиваю, чтобы не тратить время. ЭПИД-процесс в Беларуси поддерживается за счет наших родных, это красненькие, все наши родные, белорусские варианты вирусов. То есть это разные, это города, это Брестская область, это Гомельская область, а тут Минская область, видите, все варианты наши, причем очень хороший узел здесь у нас идет 0,9, да, то есть люди заражаются или пациенты инфицируются чаще из одного источника и чаще это наркопотребители. Причем вот этот А-субтип, он великолепно передается как половым путем, так и с наркотиками, ну вот то, что говорил, вспышка Минска, была, да, синтетика, когда колется, ну, опиатами колется, сразу отключаются пациенты. Когда синтетика идет, у них наоборот прилив энергии, начинаются активные там танцы, соответственно, любовь и половые контакты, и вирус благополучно передается от одного пациента к другому. Ну и, наконец, последние два слайда – это по резистентности. Ну, поскольку мы начинаем с препаратов прямого действия, соответственно, большая часть пациентов имеет мутацию резистентности к препаратам первой линии. Это нуклеозидные, не нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы. Да? Вот они красненьким выделены здесь. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вопросы? Тогда у меня будет один вопрос. Вы упомянули, что для детекции рекомбинантных форм вы проводите секвенирование CE1 и NS5B области у вируса гепатита С. Ищете ли вы точку рекомбинации? Секвенируете ли вы еще что-то, кроме этого начала и конца генома? Ну, на самом деле такой задачи у нас не было до недавнего времени. Поскольку сейчас появились у нас препараты прямого действия, то приходится NS3, NS4 делать, и NS5A, и NS5B. А для рекомбинантных форм мы, соответственно, делаем по NS5B и CORE1.